Здравствуйте, дорогие друзья! С вами Илья Кравцов, тренер практик интернет-торговли. Часто очень ко мне обращаются с таким вопросом: как мне быть, у меня не покупают, вот у меня такой прекрасный товар, у других его покупают, а у меня нет, у меня и цена меньше, и оформление лучше, но у них покупают, потому что у них много фидбэков, много отзывов, а у меня мало. Что с этим делать? Ответ напрашивается сам собой: набрать больше фидбэков, больше отзывов. Именно образом, как вы можете это сделать? Да, вы можете продавать какую-то мелочевку себе в убыток, вы можете продавать что-то с аукциона. Тем не менее, сейчас, ну, дай бог, если каждый десятый вам оставит фидбэк. А я предлагаю немножко другую штуку: набирайте фидбэки покупками. Заходите на аукционы. Самые дешевые товары, аукционы, начинающиеся с 1 цента. Заходите каждый день. И делаете ставки. 10 ставок, 20 ставок, 30 ставок по 1 центу. Да, большинство из них перебьют, но часть из них останется, ваша ставка сыграет, и вы купите за 1 цент какой-то товар. Или 2 товара, или 3 товара, или больше. И что получится? Со временем, если вы будете делать это ежедневно, хотя бы по нескольку товаров каждый день, со временем вы сможете через месяц, через 2 заработать первую сотню фидбэков. Сотня фидбэков – это уже серьезно. Это уже то, что называется правило 100. После этого доверие к вам повышается, доверие покупателей. Почему? Потому что именно доверие именно покупателей. Потому что на самом деле раньше рейтинг был важен для самого eBay. Сейчас у eBay немножечко другие алгоритмы. Но этот рейтинг остался важен для покупателей. Они, прежде всего покупатели, смотрят на вот эту вот циферку рядом с вашим логином, рядом с вашим юзернеймом, с именем вашего пользователя. Именно им важно, сколько там стоит. Если там меньше 100, скорее всего, доверие к вам будет очень и очень низким. Добейтесь первой сотни. После первой сотни вы увидите, как сразу изменится к вам отношение, как сразу пойдут продажи. Попробуйте, вы поймете, что это работает за каких-то, если по 1 центу, да, то вы 100 первых фидбэков сделаете за 1 доллар. Согласитесь, вложить 1 доллар и, в общем-то, какое-то свое время стоит для того, чтобы прокачать свой аккаунт, чтобы вашему аккаунту доверяли, чтобы вам доверяли, чтобы у вас были продажи. Сделайте это, и вы увидите это магическое число, как оно помогает вам в ваших продажах. Удачи вам!